Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Весной, поздравляя наших любимых женщин с Международным женским днем, я сказал, что теперь постоянно буду сочинять не только суровые мужские песни или поучительные песенки для детей, но и романтичные песни для прекрасной половины человечества. Не отступаю от сказанного. И сегодня хочу презентовать вам песню, которую я посвящаю своей любимой женщине, моему соратнику, продюсеру и режиссеру, а также по совместительству моей жене и матери моих детей. Но в ее лице я посвящаю эту песню всем нашим прекрасным женщинам. В этой песне я попытался изложить традиции русского романса в собственном стиле, который называю «Новый хард-рок». Как у меня получилось, судить вам. Песня называется «Нам много для счастья не надо» и прозвучит она в эфире 16 сентября. Счастья вам, любимые наши женщины, в лице преданных и надежных мужчин.